Вот и пришли первые морозы, а с ними первые проблемы. Конечно, исправный автомобиль даже в серьезный минус не должен преподносить вам неприятных сюрпризов. Но и на старуху бывает проруха. Некоторым знакома проблема. Еще вечером с машиной все вроде бы было в порядке, а утром она отказывается заводиться. При этом стартер крутит исправно, а значит, с ним и с аккумулятором все нормально. Так почему утром мотор иногда не заводится? Ведь зима еще вся впереди. Часто с подобным сталкиваются владельцы дизельных авто. На сложность запуска у них может повлиять топливо, не соответствующее сезону. Летний сорт пригоден для эксплуатации при температуре максимум минус 5 градусов. Если на улице холоднее, парафин, присутствующий в солярке, кристаллизуется и в итоге забивает топливный фильтр. Самое простое в такой ситуации – попробовать завести машину днем, когда на улице потеплеет. И если удалось, покатайтесь, чтобы использовать оставшееся топливо. Затем долейте зимнее, уточнив на заправке. И надо еще немного проехать, чтобы топливо смешалось. В это время неплохо работают и специальные присадки, или, иначе говоря, антигель. Помимо того, что они заметно улучшают морозостойкость топлива, они еще и удаляют из него всю воду. Но эффект будет только если вы заливаете их в бак перед заправкой и уже на прогретой машине. Проблемы с топливной системой могут возникнуть и у владельцев бензиновых авто. У машин с большим пробегом со временем в баке скапливается грязь и конденсат. Проще говоря, вода. Попадая в топливную систему, эта смесь может вызвать перебои в работе бензонасоса и забить топливный фильтр. В мороз проблема лишь усугубляется. В этом случае рекомендуется поменять топливный фильтр и промыть бак, желательно со снятием. Кроме того, для бензина также существуют специальные присадки, удаляющие излишки воды. Теперь об электрике. В дизельных двигателях для облегчения запуска в холодное время используются свечи накаливания. Они нагревают воздух в цилиндрах перед включением стартера. Их неисправность или выработанный ресурс тоже может стать причиной того, что двигатель не заведется. Впрочем, низкая температура плохо влияет на воспламеняемость любого топлива. Поэтому и владельцам бензиновых авто тоже нужно обратить внимание на состояние свечей, только уже зажигание. Даже если вы проходили очередное ТО весной, сейчас внеплановая проверка лишней не будет. Мало ли чего могло произойти за полгода. Поэтому в преддверии холодов продиагностируйте узлы и элементы топливной системы. Это точно пойдет автомобилю на пользу и поможет без проблем пережить зимние месяцы.